Погоди, я еще грибов и всяких ягод не ел, так что ну нафиг. Мне пока не хочется сидеть на толкане. Да ладно, он сходил, сходил в толкан, смыл. Да ну нафиг. Всем доброго времени суток, друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить Barrow Hill. Итак, мы в прошлой серии с вами нашли лагерь фанатиков, оттуда мы узнали то, что вот этот Морс, который археолог, вот этот, он вроде как сошел с ума, что ли, я так понял, вот, и нашли ту машину этого самого археолога, разбитую, там мы нашли КПК, вот, и водительское удостоверение этого Морза. В КПК было написано код от его номера. Так что давайте сейчас заглянем. Я хочу заглянуть в его номер. Посмотреть. Так, какой там? Погоди. Третий номер, да? 843. Третий номер 843. Окей. Третий номер 843. Ну вот. Может, здесь мы узнаем хотя бы какую-то зацепку, что здесь вообще происходит и как. 843. 843. Отлично. Окей, здесь у нас, смотри, он реально сошел с ума, походу. Здесь что-то все стены исписаны. Какие-то рисунки. Жесть. Просто жесть. Смотри, на двери даже какие-то, знаешь, как инопланетные какие-то круги нарисованы. Здесь какое-то, не знаю, это похоже на дерево, что ли. О боже. Как будто, знаешь, коготь, да, откуда-то из-под земли, что ли, вылазит. А это что? Это похоже на каких-то людей. Человек в капюшоне, что ли, обнимает кого-то, да? Может, это моя больная фантазия, но очень похоже. Так, ладно. Щеточки всякие для зубов. Здесь ничего не делается. Погоди, а зеркало? Зеркало тоже. Ни черта. Так, ладно. Что у нас здесь? Душевая кабинка. В душевой кабинке тоже ничего нет. Опа. Здесь, смотри. В толчке какая-то бумага. Он видит нас... Он видит в нас хищников, болезнь, разъедающая его мир. Мы чума, язва на теле земли, поглощающая ее дары и исторгающие отходы своей жизнедеятельности. 15 сентября. Почему я должен терпеть эти издевательства? Почему должен он страдать от жажды? Археология. Это не инструмент разрушения. Идиоты, которые называют себя защитниками, разрушают то, что мы пытаемся постигнуть. Наука и знания важны для нашего будущего. Понятие сохранить – вот дар, который не могут оценить эти самовлюбленные вандалы. Стражи охраняют его покой, бегут его все эти столетия. Забытые всеми, они стоят в одиночестве, распадаясь, погружаясь во тьму преданий. Сотни лет прошло с тех пор, как к их ногам были возложены последние подношения. Вы отнесу им почести, что я говорю. Я человек науки. Понимать то, что нужно исследовать все возможности. Мифы и легенды зачастую основаны на истинных событиях. Исторические явления, пройдя через тьму веков, становятся сказками современности. Неужели какой-то страж, который ожил во время этих раскопок и типа теперь убивает людей? Я так понимаю, наверное. Так, что здесь? 10 сентября. Почему мы разучились слушать? В наших душах живет послание веков. Он был одним из многих, что корчится от боли, которую мы причиняем им, собирая то, что никогда принадлежало свету, чистоте и добру. Мы отвергаем дар, который был нам предложен. Эта почва полна энергии. Не ясен смысл линий. Печать трескается, и будущее открывается передо мной. Я вижу. Что я наговорил? Меня лихорадит. То, что я написал, не имеет смысла. Но это мой почерк и моя рука, сжимающая ручку. Иначе бы я не поверил, что мог это написать. 11 сентября. Он ждет, наблюдая за нами из-за забытого святилища, ставшего его тюрьмой. Его храм заброшен. Скоро он вышлет своих ищеек, и охота начнется вновь. 12 сентября.
прибыли результаты геофизических исследований. Эта наука – самый яркий свидетель археологического прогресса. Подумать только, теперь мы можем взглянуть под поверхность Земли с помощью радио и магнитных импульсов, не подняв ни пяти грунта, ни пяди грунта. Картинка требует обработки, но я не сомневаюсь, что она откроет нам, что скрыто среди мусора. Мы узнаем, что лежит там, под курганом. Короче, да, мне так кажется, что страж какой-то вырвался на свободу. Теперь терроризирует людей. Так, смотри, темные века, железный век, бронзовый век, гражданская война. Это, короче, периоды, да, наверное. Периоды лет каких-то. Ритуальные сооружения Корнуолла. Ну, это слишком как-то сложно. Так, что... Что здесь? Все модели N7500 доступны в серебристых и желтых цветах. GPS-прибор для картографирования местности. С новой антенной, выдвигающейся из легкого переносного устройства, процесс картографирования стал необычно простым. Так, адаптер, прикрепленный к основанию переносного устройства, может работать 7 часов без перезарядки. В основное устройство входит переносной GPS-прибор, заряжающийся от базы. Окей, ну мы такого еще не находили. Переносное устройство, легкий GPS-прибор может работать отдельно от основной станции. Будучи отсоединенным от станции, прибор продолжает передавать информацию. Окей, камеры. Камеры у нас тоже нет. А, ну камеры, кстати, КПК, да? Камера уже установлена, у нас есть КПК, и мы видим все, что показывают вот эти водостойкие камеры. Так, понятно, короче. Изображение по Bluetooth оно ведется. Вот этот КПК у нас есть, полностью настраиваемый карманный компьютер, понятно. Зарядное устройство и телефон. Кстати, надо будет проверить телефон. Мы в прошлой серии посмотрели, он вроде не зарядился. Может, сейчас уже зарядился. Так, понятно. Это просто инструкция. Так, ладно, давайте заглянем вглубь комнаты. Так, здесь какие-то рисунки. Смотри, прям лицо, да, какого-то, не знаю, домового или лешего. Кто это? Вот здесь уже чистая такая, знаешь, как рука, да, с когтями. А это чё? А, это жёлудь, ё-моё. Это жёлудь. А это чё? Это похоже на какое-то яичко. Свисающее яичко какое-то. Так, ладно. Окей, что здесь у нас? Ботинки. Опа. Так, стоп. Вот и головоломочка у нас. Это, по-моему, первая, наверное, да, головоломка? Так, о, начинаем с большой буквы, значит, я поменял, наверное, да? Я поменял код замка, во, я поменял код замка кейса, используя, наверное, используя вот так вот, да, наверное, используя так, это куда, наверное, как-то вот так. Ну, я, в принципе, понял уже суть послания, короче, это я поменял код замка кейса, используя номерной знак моего джипа. Понятно. Нужно будет вернуться к джипу, короче, и запомнить номерной знак. Я понял. Так, а чё мы отвернулись? Что здесь? Лунный месяц, восход луны на востоке, луна в зените на юге, луна появляется сразу после заката, короче... Фаллические лунные камни. Так мелко написано, что пипец. Характерные особенности Солнца и Луны, дополняющие друг друга, но одновременно... Короче, друзья, ставьте на паузу, сами читайте. Вот, что-то слишком мелко написано, и... Не хочу это читать. Солнце, Луна, я думаю, это... Бывающая Луна, Солнце, Луна. Блин, столько всего. Непонятно, пригодится ли оно или нет. Потому что многие, что-то я вот тут посмотрел, как бы так вот, многие вещи, они как-то, ну, не нужны, просто они как бы. 21 сентября, я нашел ее, я нашел печать, она расколота на мелкие куски.
Бронза потускнела, но рисунок виден отчетливо. Я никому ее не покажу. Когда мы достанем из кургана артефакт, он снова будет свободен. И не останется никого, ибо мы все предстанем перед его судом. Слишком поздно, ибо мы забыли науку древних, и его охотники собираются вместе. Приближается страшный суд. Я борюсь с голосами, которые вызывают ко мне из холма. Что я наделал? Безумие охватило мой разум. Я опозорил его. Я считал, что выполняю великую миссию, но на самом деле это была глупость. Две части печати захоронены здесь, на холме, и пока они не соединятся, он не будет знать покоя. Один из двух обломков артефакта я спрятал здесь, на станции техобслуживания. Я написал его местоположение на случай, если моя память подведет меня. Кажется, только в этом месте мой GPS все еще работает. Так, координаты GPS, и понятно. Чертов прибор, даже эти координаты чертовски ненадежны. Нужно найти, короче, этот GPS, этот навигатор, да? И по этим вот координатам найти часть артефакта, я так понял. Если бы я только смог понять, что требуется для того, чтобы исцелить эту боль, чтобы завершить церемонию. Что это за подношение? Могут ли мои исследования пролить свет на тьму прошлого? Я боюсь, что это назначение было утрачено много лет назад. Надежды нет. Я должен бежать, немедленно. Охотник приближается. Слуги повелителя ведают смертью и разрушением. В лесах нет спасения. Я должен покинуть курган, пока еще не поздно. Понятно. Ну, как я и говорил, да, то, что какой-то страж вылез на свободу и теперь терроризирует Берроу Хилл. Так, что это? Здесь у нас курган Балуэлл до реставрации. Угу. Это что, курган Брана? Сравнительный анализ планов схем. Так, землянка Каэрн-Уни. Ну, короче, пускай это все лежит. Мы, если он пригодится, то мы с вами вернемся сюда и посмотрим. Так, картина что-то... Просто так она вот так криво висит или нужно? Шляпа, под шляпой, кстати, что-то есть. Здесь что-то разломано. Это вот, наверное, сосуд для подношения, да, как вот говорил Морс, который разбит. А что под шляпой там, смотри, там под шляпой что-то есть. Вон, лежит. Мне не посмотреть, нельзя посмотреть. Так, здесь тоже ни черта. Пустые полки. Так, ладно, давай взглянем, что у нас на столе. Пробирочки всякие. Окей. Пробирочки. Это, наверное, образцы грунта. Вот еще одна чаша подношения. Так, вот тот самый, короче, кейс. Шестизначный код. Надо, короче, будет посмотреть, значит, нам... Фонарик? Это фонарик же, да? Окей, тут что? 28 июля. Раскопки продвигаются по графику, несмотря на прибытие протестующих. Они устраивают беспорядки по ночам. Крадут и ломают наше оборудование. Странно, что они обошли своим вниманием и так уже сломанные приборы. Этот дурацкий GPS-картограф. Я установил беспроводные камеры и настроил мой карманный компьютер, с помощью которого я могу следить за местом раскопок. Теперь, когда мы выяснили примерную дату установки камней, я собираюсь узнать, что таится глубже под землей. Так. 21 сентября. Угу. Сегодня вечером. Тут несколько, короче, я запись. К шурфу в кургане, когда рядом никого не было. Я знал, что накануне мы вскрыли очень важный слой. Я начал копать глубже и нашел два обломка артефакта, когда вдруг вновь услышал голоса в моей голове. Голоса из моих ночных кошмаров. Я забрал артефакты, обломки печати, ключ. Никто не найдет. Ну, походу, у него реально башка поехала. Я спрятал их в разных местах, как мне велели голоса. Но никто не узнает, где они. И если руины уйдут под воду, один из артефактов будет спрятан очень надежно. Ну вообще жизнь, да? Просто чувака накрыло. Жизнь. Что происходит? Я обнаружил, что стою на алтаре, а вокруг разбросаны листы из блокнота, порванные в клочки.
Как это могло случиться? Я чувствую, что схожу с ума. Я спрятал артефакты неподалеку, чтобы они всегда были рядом. Почему я обречен делать это? Что меня принуждает? Я чувствую, что теряю контроль над собой. Я записал местонахождение артефактов на случай, если я вдруг забуду. Но мы нашли, да? Координаты. Это был всего лишь полуденный кошмар. В моих руках пачка листов, на которых написана вся эта чепуха. И безумные рисунки. Камни взывают ко мне. Я слышу их зов. Что им надо? Какие подношения я должен сделать? Она живая. Она наблюдает, она смотрит. Оно ждало много тысяч лет. Ждало, когда его разбудят, чтобы судить нас. Страж древности. Камни его охраняют, защищают его. Этот сломанный ключ, печать, которую я сломал. Теперь охотник вышел на тропу. Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Окей. Короче, он какой-то, знаешь, одержимый какой-то. Стал вот этой всей фигней. Судя по голосу, знаешь, да? Так, ладно, надо... Здесь что? Здесь больше ничего нет, я так полагаю. Надо... Так, а здесь что у нас? Понятно. Рисунки. Надо, короче... отправиться к машине обратно. Так, что там, 775? Давай посмотрим. Телефон зарядился, нет? Походу нет. Походу еще ничего не зарядилось. Ладно, окей. Окей. Так, к Бену я еще хотел, короче, зайти. Может, он что-нибудь скажет нам. Мы же все-таки взяли эту лампу. Вот. И здесь, кстати... здесь, кстати, мы... на этой заправке еще до конца ничего не рассмотрели. Так, 4x68578. Так, надо записать, короче, я сейчас напишу. 4x68578. Окей. Идем обратно. Идем обратно, короче. Попробуем вскрыть сейф. Ну, кейс, то есть. Так, пробежал. Так, 843, да? 843, так, кейс. Получается. А у меня что-то цифр-то больше. А, или погоди, 4 умножить, наверное, на это число. Умножить. Так, дай-ка. Сейчас я в телефоне. 4. Сейчас. 4 умножить на 6, 8, 5. 7, 8. Получается... 274 312. Ну-ка, 200, блин, пустил. двести семьдесят четыре триста двенадцать. Отлично.
Так, и что у нас здесь? Здесь у нас какие-то всякие записочки. Оксбриджский институт археологических исследований, понятно. Уважаемый профессор Морс, благодарю вас за то, что вы обратились ко мне с просьбой помочь вам в анализе образцов, полученных в процессе раскопок Бэрро-Хилл. Я, как и многие специалисты в этой области, была удивлена тем, что вам удалось получить разрешение на раскопки у археологического комитета Англии и департамента по охране памятников культуры. Думаю, вам известно, что до сего момента даже менее значительные проекты раскопок были отвергнуты или отменены в связи с резко негативной реакцией со стороны общественного мнения и прессы. Поэтому я крайне заинтересована в вашем предложении и с радостью приму участие в ваших исследованиях. Наша лаборатория оснащена самым современным оборудованием, позволяющим провести наиболее полный анализ образцов почвы. Эти исследования чрезвычайно важны для палеоботанических изысканий. Также хочу обратить ваше внимание на то, что под моим началом работает ассистент, специализирующий на дендрохронологии, и вы всегда можете обращаться к нему, если возникнет необходимость в исследовании образцов дерева. Но теперь я жду вашего письма. С уважением, Люси Саммерс. Окей. Раскопки Бэрро-Хилл. Краткий отчет. Окей, уважаемый мистер Морс, в этой папке находится предварительное исследование образцов почвы, которую вы нам выслали. Так, ниже следующий отчет включает в себя первоначальный анализ предлагающихся образцов почвы. Образцы были взяты из пробных шурфов и из фрагментов расколотых горшков, найденных на месте раскопок в шурфах 1.8. Так, шурф первый. Внутренние стенки осколка горшка покрыты маслянистой темной субстанцией, хотя первоначально напрашивается предположение, что в горшке было что-то сожжено. Состояние почвы показывает, что сосуд был наполнен неким маслом, происхождение и назначение которого неизвестное. Горение оставило бы характерные примеси на стенках сосуда, которые не были обнаружены. Так, образец второй. Содержимое кубка, найденного в шурфе, соответствует по химическому составу фруктам, произрастающим в данной местности. Семена, оставшиеся в почве, позволили нам определить фрукты. Черная смородина, крыжовник и груша. Любопытно, что семян черной смородины ровно в два раза больше, чем может свидетельствовать о наличии системы мер. Так, третий образец почвы, находящийся в этом горшке, были обнаружены маленькие частично обгоревшие кости рыбы. Они были отдалены и изучены. Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что рыбы принадлежали к семействам Меланграммус, короче, какие-то там. Четвертый образец содержимого было отослано в отдел палеоботанических исследований, поскольку содержимое включает семена и споры растений. Отчет отдела прилагается в виде отдельного документа. Пятый образец. Под слоем земли были обнаружены семена, которые удалось идентифицировать как Хардем вулгары, известный как, также как ячмень. Шестой образец содержит очень высокое содержание содиум хлорайд, отложившийся на стенах найденного сосуда. Почва вокруг сосуда содержит это вещество в пределах нормы, из чего можно сделать вывод, что в горшке содержалась некая субстанция, включающая вышеупомянутый минерал. Ячмень, да? Так, седьмой. В этом образце почвы не было найдено никаких посторонних примесей, что необычно. Скорее можно было бы ожидать наличия некоторых органических материалов, чем настолько чистый образец почвы. Единственное, что можно сказать об этом горшке, судя по состоянию стенок, то, что его часть использовали для хранения жидкостей. Так, восьмой. Среди образцов почвы были найдены части костей и древесного угля. Магнетические исследования почвы не дало точных выводов относительно материала, который был сожжен в горшке. Мы также не смогли определить примерный возраст костей, поскольку останки были очень сильно обожжены. Неизвестно также, какому существу принадлежат эти останки. Окей, это, наверное, полезная информация будет. Бэрро-Хилл, палеоботанический отчет. Нам были исследованы материалы, извлеченные из четвертого шурфа и остатков глиняного горшка. Среди образцов почвы были найдены ниже следующие органические частицы. В образце присутствуют молотые и целые семена, принадлежащие дереву семейства такое-то. Семена второго типа не были достоверно идентифицированы, но мы можем сделать предположение, что они принадлежали неким ягодам красного цвета, чья мякоть окрасила окружающую почву в соответствующий цвет. Во время более детального анализа семян мы обнаружили огромное количество грибного мицелия, который был добавлен в горшок одновременно с семенами и плодами прочих растений.
Дальнейший анализ материал даст более точные результаты по идентифицированию этих растений и грибов. Окей. Все, короче, вот грибам, да, к этим всяким. Короче, по-любому надо собирать нам надо будет это все. Вот. Я так полагаю, мы желудь какой-то взяли. Только у меня его здесь нет. Я думаю, он где-то в корзинке, наверное, находится. Так, давай отправимся к Бену, посмотрим, что он скажет. Да. Бену. Опа, погоди. Что-то случайно наткнулся на бальзам для волос. Ну-ка, можно что-то сделать же. Корзинка? О, да ладно. Тихо, 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 стой. И? Древние боги пробуждаются. Равновесие должно быть восстановлено. Ни хрена себе. И где? О, дар рыба. Да ладно. А, короче, в эти сосуды для яиц нужно дары, короче, фигачить. И потом мы будем, наверное, подношение делать. Конечно, это у нас омега-3, это рыбий жир. Дар рыба, получается. Окей. Грибы, вот эта вся фигня, это тоже, значит, дары будут. Мы, значит, тоже будем дары подносить. Так, мы, кстати, в туалете не были. Давай-ка заглянем. Па-па-па-па-па. Стоп, непонятно. Так, что у нас здесь? Вентиляция не работает. А, работает. Понятно. Воды нет. Зачем посидеть на толкане? Погоди, я еще грибов и всяких ягод не ел, так что ну нафиг. Мне пока не хочется сидеть на толкане. Так, что здесь у нас? Окей, писсуар. Блин, шаги слышишь, да? Кто-то рядом все шарится, короче, рядом со мной. Либо за мной, знаешь, следит. Погоди, женский туалет. Женский толчок. Это что? Погоди, а где? Как мне в женский... О! Идем в женский толчок. Так, а в женском толчке здесь по-любому сейчас какая-то дичь будет. Женские толчки, это, блин, жестко. В таких играх всяких. Так, там никого. Окей. Сушилка не работает. Так, здесь что? Вентиляция тоже он включается, работает. Здесь покрутить, повертеть нельзя. Не работает. Окей. Посидеть в толкане мы можем только в мужском. А, нет, в женском тоже, смотри. Да ладно, он сходил. Сходил в толкан, смыл. Да ну нафиг. Окей. Пускай будет так. Ладно, так. У нас тоже что-то ничего не делается здесь. Ладно, пошли к Бену, короче. Пускай он нам, может, что-нибудь расскажет. А ну, придет. Бен, успокойся. Кто здесь? Это я. А, это ты. Я видел тебя на мониторе. Разгуливаешь тут. Ты разве не знаешь, что там творится? Я слышу голоса в моей голове. Они не умолкают. Громкие, страшные. Его сон глубок, но он скоро проснется. Он придет за тобой. Он следит за тобой, вынюхивает. Он знает твой запах и мой. Я надеялся, что ты станешь следующим, и он оставит меня в покое. Тени ползут. Даже с лампой тебе не уйти далеко. Это просто вопрос времени, а потом он тебя найдет, выследит. Если я хорошо спрячусь, может быть, он выберет другую жертву. Почему я? Почему? Почему? Может быть, это ты во всем виноват? Убийца! Я тут при чем? Какой нахрен убийца? Ты о чем вообще несешь? Убийца! Чувак,
Это Эми, они это... только что прибыли. Эминем. Только приехали, оно их поймало. Сожгло. Расчленило. Они убегали. Все произошло так быстро. Не могу поверить, что это правда. Наверное, это сон. Отойди от меня! Да что ты орешь-то? Все, нахрен, закройся. Закройся. Понятно, с тобой, блин, разговаривать. Неужели меня никто не найдет? Он похож, короче, на этого, на Эминема, либо на Шайа Лабафа, знаешь, такой актер есть. Окей. Так, здесь мы еще не все посмотрели тогда. Здесь еще где-то солонка. Может, здесь что-то нужно поковырять? Нет. Солонка. Мари тоже может что-то сделать. Так я попробую. Ага. Древние боги пробуждаются. Равновесие должно быть восстановлено. Так, еще один какой-то дар мы забрали. Погоди. Дар соль. Всего, я так понял, короче, 8 даров. Окей. 8 даров. Может, здесь какая-нибудь печенька? Дар печенька, нет? Например, дар курева. Нет? Вот здесь прям, блин. Прям эти. О, что, дар деньги? Нет? А, да ладно. Так, монетки. Хорошо. Зачем они? Монеты в 1 фунт. Окей. Допустим. Так. На кухне делать нечего, по-моему, пока еще. Вот сюда вот мы не ходили. Давай сюда зайдем, посмотрим. Так, что здесь, качелька, можно поковырять. Покачать. Ага, можно так было обойти. Ладно, допустим. Заборы. Здесь можно выйти на дорогу. А, да? Даже так? Прикольно. Окей. Так, вентиляция. Назад дорога. Здесь стена. Хорошо. Не пройти, там темно. Идем сюда. Тут что у нас? Так, это, а, это кухня. Понятно. Тут что? Забор. Так. Мусорка. Опа, сюда. Замок висит, погоди. Тут дырочка есть. Ага, понятно. Так, тут что? Какой-то щиток. Корнул коммуникации. Рабочий диапазон 830-865. Ага. Надо, короче, диапазон сделать. 830-865. Погоди. У меня здесь все прибо... Погоди, все при... О, во. Опа. Так, 830, 822, опа, здесь 1000, 600, нет, 900, 700, блин, 600, 500 вообще. Так, погоди, 700, ой, слишком много, да? 822 почти рядом, погоди. Тихо. 811. Так, ну короче, методом волшебного тыка мы сейчас попробуем с вами. Окей. Так, 700, да? Добавляем так, добавляем так, добавляем. Опа, 1000. Опа, много. 800. 800.
865. Хорошо. Настроили что-то. Что-то какую-то частоту, короче, настроили. Непонятно. Для чего это надо, короче. Ладно. Здесь больше ничего нет, да? Ну, я думаю, пригодится, раз. Не зря же тут эта головоломка сделана. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас здесь еще имеется. Окей. О! Чертовы птицы! Так, здесь дверь нифига, помойках не поковыряться. Так, что здесь у нас? Окурки, может, подношение окурок? Нет? Газета «Будни Корнуолла», «Кошачья морда». Жительница Сарьяпоинта, миссис Асквит, испытала глубочайший шок, став свидетельницей паранормального явления, произошедшей за ужином. Откусив кусочек китайского шарика с куриной начинкой, женщина увидела, что содержимое ее еды чудесным образом напоминает образ недавно почившей любимицы семьи, кошки по кличке Чушка. Миссис Асквит решила, что таким образом ее любимица нашла способ связаться с ней из загробного мира и немедленно села на вегетарианскую диету. Антенны пугают. В Сент-Оуфул создан союз матерей, протестующих против возведения мачтовых антенн вокруг Дрейрихсайд. В заявлении сказано: мы не возражаем против улучшения теле- и радиосигнала в области, но антенны мачты выглядят ужасно. Нельзя ли хотя бы покрасить их в другой цвет? Некоторые женщины также высказывают опасения о негативном воздействии антенн на здоровье. Антенны мачты были установлены фирмой Cornell Communications. Ее представители заявляют, антенны мобильной связи очень похожи на телевизионные, но не имеют к ним никакого отношения. Мобильные системы Великобритании работают на более высокой частоте в соответствии со стандартом глобальной системы связи с подвижным объектом GSM. Представители Cornell Communications обещают рассмотреть обращение жителей и достичь с ним соглашения по этому вопросу. Понятно. То, что мы сейчас, короче, диапазон настроили, это для мобильных. И по всему видимому, короче, можно телефон забрать. Я так думаю. Так, давай здесь еще посмотрим, что здесь. Свет. Я видел его. Оно охотится за мной. А, Бен. Короли прошлого пробудились от векового сна. Он реально на имя ему похож. Я не верю в это. Я не могу поверить. Камни живые. Жесть, короче, понятно, он там страдает. Так, что у нас здесь? А, ну все. Да, здесь даже света не посветить. Окей, фонари. Так, это что? Спринклер. Какой-то спринклер. Ладно, допустим. Так, выйди. В принципе, все здесь. Давай посмотрим, короче, мобилку попробуем забрать. Ага. Попробуем мобилку забрать. Так, ну, в принципе, я пока не знаю, что делать еще. Можно будет... Можно будет... Так, 775, блин. 775. 775. Вот. Можно, короче, будет попробовать, да, позвонить. О, все, отлично. Я же говорю, аккумулятор заряжен. Так, а какой там номер был? 5. Ой. 5. А, нет сигнала. Мне на улицу, наверное, надо выйти. Так. Да, вот. 5, 8, 5. 2, 1, 3, 1. Здравствуйте. Вы позвонили на радио Бэрроу-Хилл. Сейчас мы не в прямом эфире, но через несколько минут... Что? Боже мой! Что это такое? О, Уинси! Тише! Уинси! Пас! Не подпускай его! О, Уинси! Кто там? О, кто? Тише! Тише, Уинси, тише! Уинси! Иди сюда! О, ладно, сейчас убийство увидим. Там?
Мотопедка. Да ладно. Жесть. Реальная жесть. Охренеть. Короче, ты видел, да, мотопедку показали. Теперь я понимаю, куда надо идти. Но мы не были еще, короче, он в тех краях. Там нам нужен был, короче, ну, в той стороне. Там нужен был, короче, этот свет. Мы не могли пройти в это святилище, но... Давай-ка сходим, короче, к мотопедке. Так, дальше, да, получается? А, это пепел. Оно просто сжигает людей, короче. Винси. Бедная собака, а? Бедная собака. Значит, помните, да, водительские права мы нашли, короче, этого Морза. Там тоже пепел был. Он, короче, просто сжигает всех. Вот это чудище. Опа, а мы можем, смотреть туда пройти. Да, дальше можем пройти. Ну, так. Друзья, давайте мы дальше полезем смотреть. Вот так сделаем такую интригу. Вот, в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Не забываем про 1000 подписчиков. Я делаю конкурс. Вот. С вами был Валерий. Всем пока.